Всем ку! С вами снова Билли, и мы сегодня будем играть за персонажа под названием Приклеенный. Со старта у него есть пистолет-пулемет, подкладка, 5 полученных ударов обнуляются каждую волну, дальность сбора повышена, урон, скорость атаки повышена, и плюс 3% материалов в секунду за движение. Вот, персонаж не имеет скорости передвижения от слова совсем, то есть вот он стоит у меня на месте. Взял я ему еще пистолет-пулемет, и вот, то есть, как бы, это персонаж, который стоит на месте. Вот, если мы хотим бить врагов, то мы ничего не делаем. Если хотим зарабатывать 3% в секунду материалов, идем в любую сторону, вот, и он, как бы, фармит таким образом. Так, что тут у нас есть? Ну, 4 пистолета-пулемета, этого будет достаточно. Сразу начинаем идти. Как только подходят враги, начинаем им отвечать. Вот примерно так это и работает. Так. Вот сейчас постреляем, еще постреляем и идем. Один материал заработали. Отстреливаемся, идем. Еще один материал. И вот так вот будем мы работать. 53 на 11. Ну, не самый плохой результат. Нам, конечно, надо получше нафармить, побольше всяких вещей. Можно иногда даже не закупаться, если уверены, что пробьем. Все-таки 5 обнуляющихся ударов это сильно. Вот, ну и подкладка, которая дает нам хп за счет материалов, тоже неплохо. Можно же потом найти еще подкладку. Вот, единственное, что не всегда получается найти, так это свинью-копилку. Вот если ее со старта найти, то это прям, ух, это мощно. Но я не сразу понял, что нужно вот нажимать вот эту вот херню в движении. Так, ну, все статы я взял, которые хотел. Пистолет, дальность сбора. О, неплохие вещи, дальность сбора нам нужна. Вообще за дальность сбора должны накидывать дебаф в виде минус скорости атаки. В описании так написано. Но по факту я не нашел, что за дальность сбора реально что-то уменьшают. Может быть, потому что немножко не так он апается тут в процентах, а там говорится о расстоянии. Но я не знаю шмоток, которые были, давали бы конкретного расстояния. То есть в основном проценты. Короче, хуй знает. Опа, меня опять продамажили. Коты опять. Слушай, ты попросился отсюда? Вот ты не лезь. Так, забираем пистолет-пулемет. Что еще тут у нас? Дерево. Ящик. Дерево, наверное, не будем брать. Я до них все равно не дотягиваюсь. Бежим вперед. Вот, плюс 3 уже, то есть 12 халявных очков. Дальше фармим, плюс 4, плюс 4. Еще плюс 4. Стреляем. Вот это и идем. Плюс 5, плюс 5. Десяточка наша вообще, хорошо. Плюс 6 уже. Опять можно бежать, плюс 7. Единственный минус то, что больше плюс 25 нельзя получать. Если бы можно было еще больше, ну, просто от всего 3%, ух, там бы вообще персонаж был бы мега имба вообще. Он и так достаточно четкий. Так, ищем что-то. Ну вот сбор, дальность, геккончик. Оу, это сильный баф. Ну и, наверное, да, возьмем мы пулю, потому что на 9-й волне будет... Есть не небольшая необходимость. Вообще персонаж нереально скучный. Но нереально имбовый. Вангую, что это будет рекорд. Если я реально получу вещи, которые мне нужны. Потому что персонажа очень легко забусить. Ну, если просто хотя бы что-то придет. Потому что очень много вещей, которые дают бафы за стояние на месте. То есть игра поощряет подобные вещи. Так, ХП, еще пистолет-пулемет. Да ёб твою мать. Сейчас, секунду. Взяли. Хватит мне этого пиздеца. Так, возьмем 8 nails.
Взяли. Чё у нас тут как? Вот жалко то, что вот эти куски апнутые не притягиваются, к сожалению. Так, ну пока он стреляет, я вот так вот сделаю. Что-то мне качество просто не нравится вебки. Надо новую. Ничего не поделать с этим. Очень много ресурсов вот этих двойных, тройных, бафнутых остается за бортом. Но есть функция вот это вот в движении фармить. Зато, кстати, из-за пули еще и коконы ломаем. Неплохо. Так, на седьмой волне 500. Это солидно. Урон берем, чтобы нам босса шваркнуть. Вот кибершар можно было бы взять, но нет. Пистолет-пулемет, отлично, отлично. Все, восьмая волна. Тут вообще можно стоять АФК, по-моему. Чисто вот это нахерачивать, потому что большие дяди частенько мимо идут. Они как будто поначалу тупят. Главное вот этих маслинников убивать, чтоб они не попадали. Но они уже мне сбили довольно много. Я, по-моему, уже 4 раза, 4 плюхи получил. Нет, вот четвертая, наверное. Но можно еще тихоходку будет найти и увеличить количество ударов, которые я обнуляю. Так, бежим. Блять, все, это был пятый. Вот это вот больно уже было. Не дали мне пробежаться. На спорте побыть 21. Ну, слушайте, уже до максимума почти дошел прироста. Так, что возьмем? Урон берем. Опа, дальность. Отлично. Сумка. Сумка неплохая. Зуб, чтобы замедлять челов. Всякая хуйня. Давай оставим, maybe. О, взять, что ли? Да, возьмем. Но нам мне нужны любые вещи, которые дают плюшки за скорость, потому что скорости у меня и так нет. Вот, а если повезет, можно еще диван найти, который даст за минус скорость тоже какой-то стат, не помню какой. Вот девятая волна, тут как бы фарма много, но он почти весь где-то там, за радиусом, поэтому нам по-прежнему нужно нажимать движение, чтобы нормально фармить. Как же жарко. Еще плюс 22. 23. Уже почти 25. Сборщик, блять, не убил, прикиньте. Ну, ладно. Так, скорость атаки. Думаю, нормально. Так, утилизатор. Пистолет-пулемет. Отлично. Апгрейды. Ну, такое. Мудрость. 33 больно тратить. Ладно, возьмем мудрость. Минус уклонение. Не хочу я у лягушонка брать. Бежим, бежим. Плюс 15. Вот вроде никак не усилился, а потратил много очень ресурсов. Вот это, конечно, неприятно. Плюс еще надо бежать иногда не чтобы зарабатывать, а чтобы, ну, подходили мобы. То есть, чтобы не убивать их сразу на максимальном рендже, а убивать их поближе. То есть я стараюсь убивать на максимальном рендже, когда, ну, чувствую опасность. Если опасности нет, то лучше пофармить и дать подойти челам. Плюс я геккончиков беру и дальность сбора. Так, ну тыщеночку мы уже сделали. Как будто этого мало. Тыщеночка. Тыщ пищеночка. Ух, ебать.
Меня чуть не убили. Опа, дальность легендарная. Надо брать. Урон процентный. Охотничий трофей. Ну, крита пока нет. Нет смысла брать, наверное. Подкладка. Сюда ее. Пистолет-пулемет. Хорошо. Три фиолетовых. Четыре даже получается. Еще один. Шесть фиолетовых. Вот это прям неплохо. Сейчас посмотрим, убьем босса или нет. Ну, в принципе, этот босс должен умирать. Надо прям по нему работать. Вообще, бежать сейчас не надо. Надо именно по боссу. По коконам, по боссу, по танкам, которые пытаются меня трахнуть. Первого босса очень сложно убить. Каждый, ну вот, раза три уже пытался, доходил до босса. И были проблемки. Умри же! Нет. Да ёб твою мать, блядь. Ладно, давайте заново. Берем. Обидка. Обидка. Just a little bitка. Вот бежим, бежим. Как только подошли, убиваем. Бежим, бежим. Подошел, убили. Бежим, бежим. Вот. Слушай, ну 66, это неплохо. Так, чё, сбор берем. Еще один пистолет. И сразу дальше. Не будем мы ролить. Особенно на старте. Попробуем сейчас выбить себе нужную планку вот эту. Как бы. Да, с качеством, конечно, пиздец. Вебки мои. Сворачиваюсь периодически. Но что-то... Вот перезагрузим. Может, получше будет. Так. Чё-чё-чё. Пытаюсь обижать наибольшее время. Потому что все равно много фарма прям я не получу. Даже если буду все убивать. Только с реликвии сит я смогу нормально прям фарм улутать. Нормально. Прям 220 на третьей волне. Так, ну, поищем что-то лучше. Скорость атаки. Урон дальним. Пистолет, пулемет. И погнали дальше. Попробуем подкопить. Как бы это и хпшечек нам количество поднимет. За счет подкладки. Подкладка же была сделана под одного из персонажей. Не помню, как-то его тоже называли. Деловой, что ли, какой-то там. Ну, короче, или бизнесмен, что-то такое. Не помню название персонажа. Короче, он за материалы получал урон. А подкладка, как бы, когда ты за него проходишь, открываешь подкладку. И с подкладкой ты получаешь возможность... Так, урон в дальнем бою. Пистолет, пулемет, купон. Ой. С подкладкой у тебя еще и хпшки появляются. Так, ну бежим, бежим. Беги, Форест. Слушай, ну, блядь, сколько сейчас на пятой волне у меня по итогу будет? Ну, 600, как минимум. Уже 600. Уже 650. 700, короче. 750. Нормально. Так, процентный урон. Скорость атаки. Вставляет пулеметик. Опасный кролик. Вот, по-моему, опасный кролик. Войти, наверное, он будет нормальный. Сейчас пока нахуй копим. Двадцать пять, двадцать пять. Отбились. Двадцать пять. Двадцать пять. Отбились. Ну вот, жалко, что когда у тебя потом
Тысячи две на руках, и ты тоже бежишь, и у тебя все равно по плюс 25. Поэтому нужна копилка, свинья. Блять, много. 1300, шестая волна. Ну, по-моему, это солидно. Скорость атаки. Хуйня всякая. Тоже хуйня всякая. Лазерная пушка фиолетовая. Как-то ее хочется забрать. Может, и босса убью таким образом. Пистолет, пулемет. Дальность. Пу-пу-пу. Без крита охотничий трофей. Хуйня, конечно. Так, что-то подфармили и стоим чилим. Не, лазер, конечно, даст жару. Даст объективно. Надо только скорость атаки будет немножко ему дать. И он прям жару точно даст. Так, ну слэшеров я убиваю без проблем. Единственное, у меня нету пробития. Но зато у меня с бабками в этот раз прям охуительно. Прям нормально так побегал. Оп. Оп. 1400. Блин, сколько денег я оставил тут? 50. Да нихуя там не 50. Это мы берем. Даже искать не пришлось. Урон. Так. Что тут есть у нас? Револьвер. Ой. Мискликнул. Сука, металлодетектор взял. А, так, купон. Зоопон. Ну, нихуя полезного нет. О, кольцо мстителя. Отлично. Это неплохой апгрейд. Револьвер просто больше даст урона в соло цель. Вот, и вместе с лазером, может быть, по боссу хорошо получится поработать. В прошлый раз, конечно, у меня пистолеты и пулеметы охуительно застакались, но не хватило этого урона. К сожалению. Так. Не дают нормально побегать. Появляются мозги, ебать, начинают. Вот опять начал бежать, рядом дядька, блядь, рогатый появился. Хули я ему сделаю? Все, убил. Бежим. Блядь, не дали. Тупые уроды. Так, что у нас тут? Как будто бы уклонение нужно. О, статуэтка. Скорость атаки в неподвижности. Вот, все, пошла вода горячая. Пошли вот эти вот апгрейды, которые за стоячие. О, Nails. Nails хорошая тема. Бонус элит. Урон по элите. Удача за скорость. Заебись, нам не нужна скорость. Сумка. Тоже минус скорость, но плюс к материалам. Отлично. Так, ну и девятая волна. Фарм. Конечно, лазерка и револьвер добавились к моему билду. Но пробитие, тем не менее, есть. Главное реально нажимать периодически, потому что для всех это волна фармовая, но не для моего персонажа. Почему-то. Вообще мне ресурсы почти не прилетают. Они остаются вон там. Все за бортом, блядь. Самолета. Вон они огромные. Просто подойди, возьми. И мне кажется, я бы там 200-300 бы ресурсов сейчас забрал спокойно. А, там 400. Это без апнутых. По-моему, апнутые там не считаются. Так, что возьмем? Удача. О, глаза пришельца, лазер кафе, легендарные. Это серьезный задел, между прочим. Так, подкладка больше ничего не дает, кроме хп. Неистовство нам не идет, дальность сбора, хорошо. Револьвер фиолетовый.
Этот мы нахуй, а фиолетовый возьмем. Тыщенка осталась. Ну, наверное, дальше перед боссом еще, может, затаримся. Сейчас пока подфармим. Оп, соточку. Просто со старта соточку себе сделали. 125. Стреляемся, стреляемся. 150. 175. 200. 225. 250. 275. 300. 300. Пока нельзя бежать. Не успел. 325. Много врагов, конечно. Не успел. 350. По-моему, отбился уже со счета. Так, уклонение, наверное, взять. Да. Звоненок, кикончик. Что-то из этого надо. Ну давай, ладно. Может, будет притягивать хоть какую-то часть ресурсов мне в кармашек. В кармашек. Отравленный напиток. Пистолет-пулемет. Наконец-то. Шрам. Хамелеон. Плюс уклонение стоя. Писайте стоя или сидя. Улитка. Минус скорость врагов. Отлично. И снова замедление врагов. И вот с лазеркой легендарный. Я надеюсь, мы пробьем его. Ебать. Он хочет меня... Нет. И мы захилились сразу его легендарной этой коробочкой. Офигительно. Ну все. Сейчас еще парочку стоящих на месте улучшений. Может быть, даже подкладку еще какую-то. Вообще свинью-копилку прям очень хочется, но пока нету. Очень нужна, но нету. Глазики тоже можно. Если будет вторая подкладка, можно глаза пришельца раскачать. Пока типа стоишь, стреляешь, бежишь. Ну, не стреляешь, а бежишь, фармишь. Глазики-то будут срабатывать. Не дают мне бежать, фармить. Суки. Зелье регенерации удваивается. То есть у меня будет не один реген, а два. Так, это нам не надо, уже было. Так, что мы тут? О, легендарный урончик. Сюда его. Пистолет-пулемет. Остался один синий, только у меня пистолет-пулемет. Остальное все на уровне. Ядерная установка. Приманка с регеном. Ну, раз у меня реген теперь удваивается, наверное, есть смысл покачать. 50, 75, соточка. А вон и сборщик. Хотел бы я его забрать, но он не подходит. А я его отталкиваю своими. Ну, лазерка добила, хорошо. 25, 25. 1200 и 500 у меня в загашнике. Пиздец. Мне нужна срочная реликвия Сид. Я с ней столько фарману. Так. Не дают особо. Ну, идут и идут. Почти 1000 просто в сумке лежит. Разобрать, разобрать. Реген возьмем еще. Ну, чтоб импакт от той херни получить какой-то. Слоненок. Опа, гекончик. Пистолет-пулемет. Патрон. Уф, нормально поднялся. Бежим. Стреляем. Бежим. Ну, пока я не уверен, что я босса снова убью. Все равно зависит от того, кто придет. То есть придет, если какой-то для меня проблемный дядя, то будут проблемы с этим дядей. Логично. Уклонение, кстати, прокают периодически.
Еще сборщика убили. Хорошо. Фармим потихонечку. Причем реально фармим. Не просто бежим. Именно вот бабки приходят с трэша. Сразу захиливаемся. Все 5 ударов с меня выбили. Так, птички потише. Тут решается судьба забега серьезного. Снова почти 1837 в загашнике. Скорость атаки. ХПшечки. Броня в неподвижности. Берем. Расходники. Берем. Так, ну тут входит та всякая. Хамелеончик. Уклонение в неподвижности. О, снайперка. Это мы хотим забрать. Это мы хотим. Бля, еще надо что-то найти. Босс все-таки. Но ролить по 49 тоже не хочется. Блять, босс. Босс. Посос. Ну вот эта херня. Это херня. Очевидно. Статуэтка и дальность сбора. Ну, в принципе, хватит. Если... Статуэтка скорость атаки дает, так что... Надеюсь, мне этого достаточно будет. Уф-уф-уф. Слушай, хорошо, что он на меня не идет до талого. Я его просто убил. И на первом месте новая пушка. Снайперка. Отлично. Так, нам надо... Сейчас надо бегать. Нам... Во-первых, он из меня не все удары выбил, босс. А во-вторых... Я затарился не слабо, и мне нужны бабки. Теперь есть смысл в том, чтобы дальность качать. Не просто убивать всех на карте, но и апать снайперку. Потому что вот эти штуки, снаряды, на которые распадается труп, когда снайперка убивает, они урон от этих снарядов скелятся от дальности. Сборщик минус. Блин, как же вот... Больно играть за этого персонажа. Смотришь на эти куски материалов лежащие, но не можешь их забрать. Полифемус. Опа. Это отрицательная скорость атаки будет, конечно, но это надо брать. Здесь за минус удачу, ХП и регенерация. Что еще поищем? Блять, опять урон ближним. Скорость. Давай броню возьмем хоть. Так. Ну, сильно я тут не прям усилюсь. Можно вот так сделать. Легендарную и синюю. Но теперь у меня Полифемус. Ебать, как я сношу ебальнички. Сурово, сурово. Не все так могут сносить ебальнички, как я. Так... Ну, теперь я чаще могу бегать, тем более у него уклонение прокает. Я ж там хамелеона взял, статуэтку, баррикаду, все вот эти стоячие темы. Идеально вообще. Сдохните. Давай, давай, давай. Ты можешь все, парнишка. Но по-прежнему пока не все получается выбить. Урон в дальнем бою. Уклонение у меня еще недостаточно. О, пистолет-пулемет. Отлично. Пистолет-пулемет. Отлично. Минус уклонение. Но я только что взял уклонение, так что в принципе как-то похер. Так, ну глазики почти не дамажат. Впадло прям вот бежать каждый раз, что-то потеть. Оно и так все умирает. Но фармить надо, к сожалению. Полифемус это, конечно, имба. Имба имбейшая просто. Без шуток.
У меня ведь еще Найлс есть. То есть у меня модификации на урон вообще нереально жесткие. Ну, по сотке вон обычные у меня по 200 стреляют. Это еще лазерку не вижу я цифры с лазерки. Так, дальность, скорость атаки берем. Урон в дальнем бою. Бою. Крепость. Ну, у меня брони мало. Лягушонка возьмем. Деревья. О, двойные снаряды, инженерка и деревья. Ну, наверное, сейчас я достаю до всех почти этих деревьев, поэтому будет импакт. О, корона. Можно от нее, наверное, получить пока что плюсы. 41 сбор. Вот так вот сделаем. 572, ни хрена. Это, по-моему, снайперка шатала. Шатала. Короче, бежим. Как только подходит, начинаем отстреливать зверьё. Ебать, у меня теперь просто двойные еще патроны к тому же. Это очень жестко. Потихоньку начинаю отбивать все проебанные материалы. Но все не отобью, потому что, думаю, там уже не вернуть тех раскачанных материалов, которые проебаны. К сожалению. Это нам не надо. Броня. Поддержка сообщества. Снова минус броня. Охотничий трофей. Ну, может, апнем мы. Так, может, лазерку взять вместо чего-то. Револьвер нахуй, возьмем две лазерки. Так, вот и босс. Сейчас поймем. Ну, просто еще босс, поэтому... Да, нормально. Лазерки как раз и объяснили. Ну, точнее, одна лазерка объяснила ему. Не знаю, какая. Потому что вторая вообще урон почему-то не нанесла. Загадка для меня. Потому что, мне кажется, этот скада справа снизу работает странно. Ну, парни даже раскрыться не успели. Я их просто сразу убил всех. Типа тут же босс, плюс очень серьезная волна вот эта из... улиток этих, но улитки, говорю, даже настакаться не успели. Потому что они только начали стакаться, а босс уже мертв. А я их шотаю в секунды. 2000 ресурсов. Вообще идеально. Уклонение. It's perfect. Так, ну это берем. Поезд гиганта. Охренеть. ХПшечки, купончик. Приманка, еще купончик, утилизатор, давай, геккончик, сюда его, баррикада, вместо удачи взять регин, о, а вот как раз фигня, дающая мне еще прирост к удаче, тоже отлично. Не нравится эта фигня, дающая прирост к удаче, потому что она позволяет мне потом жертвовать этой самой удачей. Так, ну, я думаю, это будет успешный забег, потому что последние боссы на 20-й волне, они как будто чуть послабее остальных. Может, я, конечно, ошибаюсь, но это не важно, у меня урона реально много. Плюс я еще сейчас подапаюсь. 88 хпшечек. В идеале, конечно, еще подкладочку. Наковальню.
грит-лист, вот этот, дающий хп и прочее. Адреналинчик, вот эти все ультимативные вещи, которые мне нравятся. 2К. Сбор, это нам не нахуй не надо. Тоже не надо. Так, нам надо что-то хорошее. Урон. Турель мне не нужна, сумка вот нужна. О, плюс броня. Bullet time, минус скорость атаки во время движения. Так мне это не надо, зато минус скорость врагов. Давай возьмем. Как раз новая тема, которую я выбил. Bullet time. Монокль, минус цена предметов. Отталкивание. Пом-пом. Давай, ладно, попробуем уже. Так, ну один босс... А, оба босса минус. Заебись. Они даже реально все мои 5 ударов. Все мои 5 жизней не выбили. Красиво, красиво. Это было легко. О, наконец-то солнце успокоилось. Ой. Ну, получается, успешный забег на приклеенном персонаже. Не ожидал. Не, ну у него достаточно хорошие плюсы. А, минусы тоже присутствуют и довольно-таки существенные, но как будто они не такие жесткие, как могли бы быть. Сколько в загашник? Сотка. Фокус. Потеряю 3,6 скорости атаки, но при этом получу 90% урона. Надо брать. Религия Сид, отлично. Урон в дальнем бою. Вот это вот дальность понерфить не хочу брать. Это геккончик, слоненок. А, вот это хпшку будет давать за каждую волну. Стеклянная пушка минус броня. Нет, не надо. Удача, уклонение. Ну давай. Слоненок. Себе по сигналь. Так, плюс скорость атаки за каждое уклонение, но минус дальность. Кролика возьмем. Не хочу я худи брать. Баррикада, заебись. Пойдет. Худи реально хуйня. Бля, они мне вообще ничего не сделали. Просто в секунду их смял. Но они медленные еще, я же замедляю. Да, неплохо. Интересно, а вот глаза пришельца, они накладывают замедление, которое у меня есть от пуль? Работают ли на них вот эти все эффекты, которые на обычных пулях? Потому что если работают, то глаза, даже если не дамажат, то они могут иметь вот такое наложение дебафа массовое, такой функционал. Хотя у меня много замедления, по дефолту работает, то есть его не надо накладывать, по-моему. Если оно не все так работает, конечно. Так, что там у нас? Давай. О, кровавая рука. Мы возьмем. Кражу жизни бы тогда найти сразу. Блять, а чё так сложно найти? Да пиздец. А вот, нашел, все. Подкладка еще одна. Сюда ее. Дальность. Регенерация. ХП, удача. Нет. No. Минус броня, минус скорость. Урон в дальнем бою. Ну, ладно, возьмем. Чё, обнуление, обнуление. А, кровавая рука моей жизни выбивает таким образом. Да ебать. А мне откуда было об этом знать? Ну хотя я об этом, наверное, все-таки знал. Сука. Я сейчас похож на этого парня, который из мема, который едет на велосипеде и сам себе палку в колеса вставляет. Пизда. Ну, надеюсь, что я продержусь хотя бы какое-то время. Просто обнуление — это не контрящаяся хуйня.
То есть он просто тебя сейвит от любого урона обнуления. А тут я этого себя лишил. Но во всяком случае, сразу оно все не убивается. То есть, если боссы нападут, то какие-то обнуления сработают. Плюс, может, тихоходку еще найду. Ладно, не все так плохо. Во всяком случае, есть ликви, есть пояс и много другого чего. Так, это нахуй нам не надо. Не надо. Возьмем. 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 Нет. Деревья. Нахуй от них импакта нет. О, тихоходочка. Отлично. Щупальце. Пара-па-па-па-пам. Хуета. Свинья-копилка. Да она сейчас... Блядь, она сейчас же не работает. Она же не работает после 20-й волны. Сука. Бля, вот видите, то есть мне она так и не пришла. А она же очень жестко роляла бы, если бы на старте пришла. Меня бы ебать, там цифры были. Материалов сколько. Я бы себе почти все позволял покупать. Если бы свинья-копилка еще была. Ну ладно, и без нее заебись. Нам главное побольше ящиков, я лутаю с них материалы бонусные. Главное побольше окошек, чтобы я мог спокойненько бежать в сторону. Врагов я в секунду просто, я как будто взрываюсь раз и все вообще разъебано. Тем более две подкладки сейчас, наличие материалов дает мне очень много хп. Так... Две 400. Ну, в принципе, солидно. Так, это не надо нам. Не надо. О, хпшечки. Легендарные слоненок. Давай сюда его. Херня всякая. Дальность сбора. Но это для хилок скорее. Так, большие руки возьмем. Лаки фут возьмем. Глаза пришельца, острый соус, купон. Не в том порядке, конечно, взял, как вам надо было. Так, возьмем снайперский пистолет еще легендарный. И надо боссов убить. Так, босс сразу откис. И этот тоже сразу. Хорошо. Ну, тогда оставшиеся 47 секунд мы просто чилим. Пятьсот двенадцать было. 459. Я смотрю, урон от глаз пришельца. Он достаточно таки солидный. Просто надо больше глаз пришельца, чтобы они почти по всем попадали. И вообще имба будет, имбушечка. Не, ну если я уклонение, броню и кражу жизни и реген настакую так жестко, что мне не понадобится обнуление, то похуй. Это не надо, скорость ограничена. Да давай, реген, зато получу дальность халявную. Так, ищем. Броня халявная, берем. Кража. Пистолет, пулемет. Кража, возьмем щупальца. Пара-п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 а-
Тихоходка, Мэггис, Мэджи или Мэгги, не знаю, как правильно это. Ну да, я в принципе, если ебану сейчас глаза пришельца, можно еще вот эти инженерные глаза, которые скелятся от урона в дальнем бою, также вот их взять и стоять просто, ну, фармить бегом. Фармить бегом. Звучит жестко. Фармить бегом. Ну, 2000 уже есть. Как бы я стараюсь тысячоночку хотя бы держать. А
Ну, а 2000 нафармливать, чтобы потом, ну, тратить спокойно. В принципе, уже 2300. Пойдет. Деревья. Ну, пусть будут. Урон в дальнем бою. Дальность. Глаза пришельца, слоненок. Глаза пришельца. Слушай, а вот и как раз баф. Острый соус. Dangerous Cake. Глаза пришельца. Нихуя себе. Сейчас посмотрим на это. Опа, ебать. Оно сейчас реально без меня все будет дефаться. Еще деревьев много должно спавниться, там турельки, вся хуйня. Но турельки, конечно, столько не дамажатся, чтобы позволить мне бегать. Поэтому просто надо иногда мне по чуть-чуть взрываться. Бля, глаза по 1000 дамажат, если критуют. Нормально. Это очень сильно. 2000 есть, и еще 12 секунд. Две 500-то сделаю. Ну, почти, почти. Да, есть 2500. Фокус, фокус, фокус. Давай сюда его. Фокус. Уклонение, слоненок. Монокль. Наверное, сейчас уже надо его брать. ХП, удача, минус урон. Баррикада, берем. Сой милк. Нет, не уверен, что я хочу это брать. Ослаблять свой урон. Картофель сюда нах. Это что, босс был? Там по 2000 плюшки прилетают просто. 50 тысяч одна лазерка и 43 тысячи вторая лазерка. Надамажили босса. Сука. Ебать, как это жестко. Это очень жестко. Это прям нереально просто как-то. Это просто нереально. Ну, по-другому не скажешь, правда, очень жестко. Интересно, сколько, до какого я продержусь вообще этапа. Мне очень любопытно этот момент узнать. Да, сейчас уже окна чуть быстрее пойдут. Не так долго буду затариваться, потому что я уже примерно знаю, что мне нужно. Приманочка. Это нам не надо. Это можно, наверное, взять. Тоже можно. Слоёнок. Кража жизни. Кибершар, хорошо. Худи. Сейчас, может быть, стоит взять. Дальности у меня не прям много. Ну, ладно, возьмем. Установим еще дальность. Там шлем можно было взять. Ну, ладно. Магис Фейт. Все херня. Ладно, оставим деньги на рост инкама. Парам-парам-пам-пам, парам-парам-пам-пам. Да, лазерка, конечно, уничтожает полностью боссов. То есть это то, что надо учитывать на следующих всех персонажах в этой игре. Если хочешь шотать боссов, надо брать в стрелковое именно лазерку. Лазерка решает вопросы. Блин, нормально, за сундуки эти прилетают. Прям приятненько. Так, ну 2500 есть, привратник. Да нахуй ты мне сдался. Разобрать. О, уклонение, скорость атаки. Надо брать, у меня скорость атаки мало.
Так, лазерка туда-сюда. Уже все есть. Взял минус крит, взял плюс крит. Кольцо мстителя, кибершар, острый соус. Ненужная хуйта. Лимонадик. Дальность как раз, которую я уменьшил худи. Худями. Так, это еще не босс вейв. На следующей волне будет три босса у нас. А так как я обнуление свое проебал, надо быть готовым, что это будет последняя волна. Уф. Ну, безусловно, мне пришло не все и самое имбовое, но можно сказать, что ран все равно охуительный, так как пришло достаточно. Достаточно хороших вещей и своевременно. Единственное разочарование то, что свинки копилки не было. Так, это нам не надо. Чего хочу взять? Броню, наверное. Хотя там можно было и урон взять. Глаза пришельца еще. Отлично. Кибершар, одноглазый червь. Не надо. Вот эта тема даст нам удачу, но не нужна мне она. Испуганная колбаса, пытка. Нахуй идет. Крит. Пойдет. Ну, так, немножко как-то затарился. Так. Минус боссы, все, но они выбили все, они плюс кровавая рука выбили все мои обнуления, к сожалению. Так, ну можно бежать просто. Просто бежим, ко мне никто не подходит. Бежим, бежим. Ну не подходите ко мне, я хочу побегать, заебали. Очкую просто, что кто появится красный дядька, его меня шотнет. Хотелось бы такого сценария. Ну, в принципе, 2000 плюс шмотки с боссов, как бы, может, там что-то достойное будет, посмотрим. Там же тоже легендарки могут быть, хоть и не красные сундуки, но все равно леги могут быть. Так, еще сумки, ну почти 2500. Так, нахуй, это берем. О, отлично. Теперь мне надо уже броню собирать. Ухотелось бы. Так, кража жизни, урон. Минус отталкивание. Слоненок, дальность. Приманка. Ну, как-то уже не тратится. 5, блядь, боссы, серьезно? Ну, даже обнуление не выбили. Кровавая рука больше обнулений мне убивает, чем они. Хорошо. 2К есть почти. Бля, как же удача качается. Прям солидно. Так, ну это я сейчас себя превзойду уже. В том плане, что это 2700. Глазная хирургия. Нет, это нам не надо. Скорость атаки. Нужна. Это нет, не берем ни в коем случае. Крит уклонения, скорость не надо. Тихоходка берем. Мины нахуй. Крит минус броня, минус хп нахуй, нахуй. Урон в дальнем бою. Легендарный. Или дальность возьмем. Статуэтка. Приманка. Наковальня. Слоненок. Ух, ебать. У меня еще есть бабки, можно паролить. Приманка. Че тут? Сад.
Еще снайперский пистолет. Ну, как будто бы хочется вместо чего-то взять. Ну, лазерку уберем одну. Мне кажется, одной вполне достаточно. Ну, посмотрим, может быть, это и ошибка. Не могу знать. Бля, они все умирают просто от глаз. Ну, не все, но много реально смертей. Именно от глаз пришельца. Восемьсот, ну мало фарма. Но это из-за того, что я снайперский пистолет купил этот. Не уверен, что было правильно, но ладно. Если меня босса убьют, на какой-то ближайшей волне будет грустно. Инженерия. Я чё по статам? Минус 9 скорости атаки. Так. Давай, давай. Не надо. Тоже не да. Хотя, кража жизни... Да ладно. Фэш бади. Надо брать, потому как у меня скоро броня начнет качаться. Все-таки я взял эту наковильню. Слоненок. И хорош. 1185. Сейчас посмотрим. 203 хп, кстати, уже. По 1300, по 2700 даже дамажит. 3000. Это что? Это, по-моему, тоже глазик был. 1300, 2700... Ну, короче, всем по-разному урон прилетает. 13 тысяч от снайперского пистолета кританула. Солидные цифры, конечно, солидные. Так, ну две с чем-то мы точно сделаем, я думаю. Если сейчас не будут сильно меня прессовать, а дадут мне побегать на месте. Бег на месте приносит бабки. Так, но хилюсь я не очень быстро. Ну, в рамках 20 волн быстро, а вот в рамках уже 33 волны это уже хуйня, реген. Надо как-то его поднимать. Это не надо мне. Колбасу можно взять. Баррикада, хорошо. Ритуал неплохо. Кресло, отлично. Это даст мне регена. 190 регена. Ебать, вот как раз про реген сказал Минки. Ну давай, начинаем немножко уже инженерку подкачивать. Пиздец, а если меня добьют до 50% хп, то этот реген еще и удваивается. Забей вообще. Броню бы еще прям докачать до каких-то высоких значений. Тоже было бы очень сильно. Так. Цифры ебанутые просто. Ебейшие. Снайперки, конечно, жестко решают вопрос. Мне нужна скорость атаки в идеале. И брони побольше. Разберем и возьмем. Уклонение. Кстати, до максимума как раз можно добить. Это нам не надо. Если взять и генератор энергии, можно себе заруинить вообще весь ран. Поджигающая миниган. Миниган хорошая пушка, но у меня легендарный пистолет и пулемет. Не уверен, что того стоит. Поджигающую берем. Рубашку возьмем. Змею. Паук. Такое. Сумку возьмем третью. Пора бы уже. Ладно, давай, 1200. Три босса.
Ну, также убил, как будто с двумя лазерками. Хотя, возможно, с двумя я быстрее бы это сделал, не знаю. Но лазерка сейчас даже не на первом месте. Даже не на втором и не на третьем. Пистолеты и пулеметы на первых местах почему-то. По боссам они надамажили. Как бы это ни было странно. Хотя, я думаю, еще глаза нормальные им наебашили. Все-таки там модельки большие. Там, наверное, парочка глаз точно прилетела. Бежим, бежим. Тридцать пятая волна. Я не помню, какой у меня рекорд. Но, по-моему, сороковой не было ни разу волны. Так что метим на сороковую. А там что, 4 босса будет, интересно? 250 у меня, кстати, хпшечек уже. 255. О, павлин. Мины. Прибор ночного видения. Крит и дальность. Ну давай. Слоненок, обезьянка. Клевер. Майлсторм. Надеюсь, будут прокать эти штуки. На следующей волне босс. Прокаю, да, действительно. Вот эти штуки с Майлстрома. Так что еще прирост урона. Считай. Небольшой. У кого ебет? Большой, небольшой. А почти с каждого раза, как я начинаю стрелять по ним, всегда летят эти молниеносные штуки. Не знаю, сколько они дамажат, конечно, учитывая, что у меня стихийный урон вообще ни о чем. Но если буду потом Джиггернаута записывать, то узнаем, потому что у него со старта Майлшторм. Имеется. А еще у него активная способность. Мода дел... Ой, блядь, больно, продамажили меня. Вот это уже получше реген, конечно. Мода делы тут наебашили, конечно, жестко. Персонажей с активками. Добавляли. Снова 255 хп у меня. Так. Ну, давай. Снова дальность. Учитывая, что у меня две снайперки. Кибершар. Лишний желудок. Неплохо, хпшки подкачаем. Так, ну это можно взять, можно. Скорость атаки мне нужна хотя бы нулевая. Так, это боссы. Снова три босса. Снова мы их не почувствовали. Лишний желудок начал работать. Ничего, скоро мы ебанем хпшечек. Весь 47. В конце волны чувствую опять будет 255. Весь 49. 251. 253. Да я так и обгоню тогда. 255, 256. Ебать. Я уже обогнал. 258. Это из-за того, что деньги я еще получаю, да, это, в принципе, наполняется у меня. Подкладки еще мне дают, да, это я слегка переоцениваю себя. 274. Но это сейчас уменьшится. Кража жизни, урон. Ну, кражи мало можно брать, я думаю. Или урон дальним взять. Урон в дальнем возьмем, ее тоже мало. Бэкпэк, шлем воина, слоненок, подкладка третья. Сюда нахуй, 293 хп. Это у нас три подкладочки. Решают вопросики. Теперь иметь бабки для меня чрезвычайно выгодно. Плюс я еще и свои перманентные хп тоже качаю лишним желудком. А сколько ты там за волну? Бля, ну три подкладки. Это по 3 хп за каждую сотню. За 1700 это 17 умножаем на 3. 51. Неплохо, неплохо. А
А у меня же от ХП зависит урон глаз пришельца. 2750 вон, не критом. 4488. Медаль нахуй. Это берем, это нахуй. Колбасу можно взять. О, берем и это. Крепость. Ну, наверное, это неплохо. Правда, минус уклонения, к сожалению. Наверное, соевое молоко надо было взять. Нет, не будем. Я боюсь, что потеряю урон и расстроюсь. Как бы сейчас я не сильно переживаю из-за того, что у меня небольшая скорость атаки. Хотя, возможно, и стоит из-за этого переживать, не знаю. Главное, что сейчас броня качается. Наковальней. В идеале вообще понять мне такую вещь. Я знаю, что грид-лист может прийти две штуки. Мне приходило так разочек. А вот наковальней может две прийти. Прикиньте, за волну не по одной броне получать, а по две. Наковальня, конечно, имбовая. То есть у тебя будет танк, но который не танк, а который, блядь, еще и дамажит ебейше. Еще и с регеном от кресла Исти и с кражи жизни от кровавой руки. Короче, много плюсов. Надо про них про все не забывать. Берем. Берем, наверное. Да, броня. ХП, ХП, урон. Сейчас я от брони столько всего получаю. Ну давай возьмем вот так. Осьминог. Осьминог. ХП, реген, не будем брать. 4 босса. Один минус. Второй минус. Блять, нет. Обидно. Ну, шок. Крюк, кошка. Это новое оружие у нас. Ну, 40 это тоже рекорд. Сука. Кибершар, ебейшие цифры просто. Ладно, гайз. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВК. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.